В Люберцах прошел смотр техники, необходимой для ликвидации чрезвычайных происшествий. Из-за резкого повышения температуры в округе участились случаи возгорания сухой травы. О степени готовности люберецких огнеборцев расскажет наш корреспондент. 42 человека и 21 единица спецтехники. Это первый эшелон сил ликвидации чрезвычайных происшествий. Кроме сотрудников МЧС, здесь представители ресурсоснабжающих организаций, которые имеют добровольные пожарные дружины и аварийно-спасательные формирования. Сейчас основное внимание направлено на технику, предназначенную для тушения лесоторфяных пожаров. У нас по 7-8 выездов бывает в день, выезжает. Особенно выходные и праздничные дни. Поэтому мы сосредотачиваем всю технику, делаем такой кулак районного звена МОСЧС для того, чтобы помогать лесничим. Техника постоянной боевой готовности. То есть в любой момент, когда происходит с ЕДДС или там жители позвонят, эта техника убывает для усиления, для помощи лесникам. Особый противопожарный режим ввели в этом году раньше обычного. Он начал действовать в городском округе Люберцы с 20 февраля. Это связано с участившимися случаями гибели людей при крупных возгораниях. С начала этого года пожары унесли жизни 9 человек. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.